сантиметра. 3 сантиметра слишком много. Да? Геннадий, представь? Да, да, да. Здравствуйте. А по вашим вопросам. Там вот по поводу вариантов, там было написано по любому выбранному вами варианта. То есть любой из трех я могу, который понравится. Да, угу. Тот, который вам нравится, можете любой выбрать вариант. Угу. Дальше, потом, что это значит, разведка, солидность поля и так далее. Ну, то есть, как бы, вы знаете, как вы отправляете поля, да, в борде? Да, вот там полтора сантиметра, я понял, что такое, а вот 3, это что, в смысле 0,3 или... Три сантиметра, да? 3 сантиметра, да. Это левая сторона. Это как раз сторона для подшивания переплет. А, просто я сделал это все 14-м, я думал, что это как-то показалось, что 3 сантиметра слишком много. Поставил 3,5 и такое вот. Не, ну я хотел это показать, правильно, неправильно? А, ну да, вот вы смотрите, алло. Да. Вот смотрите, вы фамилию вписали, это все правильно, в принципе, уже можно было убрать, я просто выделила, чтобы вы знали, куда вписывать. Вот, потом вы когда его делаете, то есть закончите, да, то есть вот эту каждую цифру надо расписывать или что я? И мне показалось, что как бы что это, наверное, все. То есть, вот то, что мне прислали, да, ниже всего вот этого, да. Надо будет отчет по практике. Да, отчет по практике. И у вас он будет состоять из двух, вопросов. То есть вы видите, там первый у вас написано, дайте развернутый ответ на любой из представленных ниже вопросов. А, вон оно что. Да, текст ставить в отчет. То есть вы первый вопрос, ну, как бы вам понравится, вы его выбираете, пишете, что такой-то вопрос, и даете на него ответ. А после этого выставляете там, что там, по отчету вот у вас надо составить в одном варианте. Либо оформить технологическую документацию во третьем, во втором варианте, либо оформить товарные складные в третьем варианте. То есть вы потом уже выполняете непосредственно практическую часть. То есть, смотрите, если я правильно понял, под документом отчет подразумевается, это ответ на вопрос и плюс ответ на один из трех вариантов. Это да, все в документе отчет. Вы правильно говорите, да? Ну вот, так я понял, так все, да, вопрос. Да, и отчет составите, когда вы уже все ставите, вы распечатаете его, подпишете и пришлете либо фотографии, либо сканы этого отчета. Так, ну, давайте вот еще по реферату уточним, потому что, как бы, в одном месте написано, что 10 страниц,
дальше открываешь там от 10 до 25, сколько все-таки как бы страниц должно быть, так скажем, как минимум? А где это вы прочитали, вы скажете, я это не знала. А, да, в этом, по-моему, в самом документе. Потому что как бы, я еще плюс как бы, это же называется эссе. А эссе как бы, ну, из самой слова вытекает, что это как бы, ну, такой, ну, как бы, что ли, чуть ли не это, ну, произведение, это 25 до 25 страниц. Нет, это как раз вот именно, что ваше умозаключение на 25 страниц вы по-любому не сможете вот это вот ваше, как бы, ну, рассуждение на эту тему, вы не сможете. А если я смогу, я меня с сочинением в школе хорошо было, я... Понимаете, то есть настолько надо изучить эту тему, вы же должны именно по этой теме что-то, ну, что-то свои умозаключения иметь. То есть это отличает от реферата. Вы можете использовать высказывания любых других, ну, как бы, авторов, ну, я понял. А в реферате вы можете как бы свои учения тоже ссылаться на как бы чьи-то, ну, какие-то источники, которыми были работали в течение материала. Ну, я понял, спасибо за информацию. Ну, вы делаете, если что, будут какие-то вопросы, то пишите, я вам перезвоню. Ладно.